Пикник. Давай, пикник. Нужно сначала что-то полезное, а потом что-то посладенькое. Так, стой, дай. Оно не открывается. Мы готовим, а она кормится. Куколка кушает? А ты кормишь? Да. Тарелку. Мы варим. Кто хочет есть? Что ты варишь? Ань, что ты варишь? Тетяня. Баклажанчик с виноградиком и с яблоком. О, это, наверное, очень вкусно, да? Компот варим. Компот с баклажаном, виноградиком и яблочком, и да? Компот. Полезный компот. Это рецепт от Ани, да? Кушать. Давай, спасибо. Сейчас приготовить. А, приготовите нельзя, только? Нельзя. Где ты чашку? Наливай. Чего вы хотите, кофе или чая? Арбузный фреш. А он как раз и налит, да? А вы чего хотите пить? Ну я же сказала, арбузный фреш. Нельзя. Да. Кто любит арбузы? Откуда привезли арбузы? Из Киева. Из Киева? Арбузы растут в Киеве, да? Это киевский арбуз, они вот такие маленькие, миниатюрные, да? Очень вкусные. А на что похожи по вкусу? Они похожи. Я ничего трогаю. Немного на клубнику, немного на яблоко. Аня, а виноград откуда привезли? Виноград из Запорожья. Из Запорожья? А какого цвета там винограды? Фиолетовые. Фиолетовые, да? Вот. А со вкусом чего они? Она привезли. Они как будто бы вкус смородины. Так у нас еще яичко есть. А чье это яичко? Перепелиное или голубиное? Перепелиное. Перепелиное, да? Они очень полезные, да, перепелиные яйца? Да, а давайте разноцветный борщ, а лучше белый, чтобы микробы были. Вот, держите. Красный борщ. Нет, я красный борщ не ем. Я его ела, красная улитка. Она со мной в садике за одной партой сидела и ела борщ. Вот так. Ням, ням, ням. Вот так же самое ты его здесь. Она только уже, не борщ. Она уже только девушка, не борщ. Она кушает не борщ, только не борщ, зеленый не борщ. Борщ. Не улитка твоя позвонила? Где борщ со сметаной и с мятой? Где? Так, так, так. Уходит 2 секунды. Раз, два. Вот он, борщ. Ой. Борщ со сметаной и мятой? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот зеленый борщ. О, зеленый борщ. Кушаю. Вот красный борщ. Нет ничего. Там улитка. Это красный борщ. Улитка. Я шучу. Нет, спасите меня. На меня напала. Улитка. Это не улитка, это украшение. Улитка. Улитка. На меня напала улитка. Да. Подпишись на мой канал и обязательно поставь лайк.